На высадку леса в следующем году из федерального бюджета будет направлено более 115 миллионов рублей. Работы по увеличению площади зеленых насаждений в Воронежской области проходят в рамках регионального проекта сохранения лесов, национального проекта «Экология». Почти половина из этих средств пойдет на закупку специальной лесопожарной техники. За 4 года в рамках проекта было посажено 9 тысяч гектаров леса. В следующем году лесовосстановление пройдет на площади более 2 тысяч гектаров. Также предстоит заготовить 17 тонн семян лесных растений.